первая участница стартанула. Барнаульский грибной канал открывает новый сезон. Первые соревнования посвящены Дню Победы. 1000-2000 метров для мужчин и женщин на каноэ и байдарках. Состязания помогут некоторым спортсменам отобраться на спартакиаду учащихся России, которая состоится в августе. Она будет проходить и в Барнауле. Готовиться к ней алтайские спортсмены начали заранее. Даже поучаствовали во всероссийских соревнованиях и съездили на сборы в Краснодар. Но я в марте была на сборе со сборной России. Там, конечно, это новый опыт, девочки. В Алтайском крае девочек не так много, а там была чисто женская группа, каноэ женская, вот, кто отобрался, вот с ними мы тренировались. Конечно, так больше интереснее, конкуренция в группе, каждую тренировку. Также в июне будет организовано первенство Сибирского и Уральского округов, а в конце июля состоится международный фестиваль гребли на лодках-драконах. Предварительно участие подтвердили 11 стран, в их числе и Китай, Индонезия, Камбоджа. Ведутся даже переговоры с Северной Кореей. В связи с годом дракона будет очень интересная там шоу-программа, и для зрителей будет можно посмотреть и выступления артистов, и шоу на воде, и шоу огня. Как бы планируется, что будет как битва драконов, и две стихии сойдутся, огненная и стихия воды. Организаторы предполагают, что до больших стартов завершат стройку асфальтированной трассы вдоль канала. Сейчас там лишь грунтовая дорога. Надеются также, что благоустроят пляж. Возможно, уже в этом сезоне там появятся шезлонги, зонтики и школа сапсерфинга. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.